Друзья, всем привет! И сегодня день читмила. Значит, сейчас 8 утра. Я кушаю нормальную еду, обычную. Это у нас будет овсяночка с чем? С персиком, короче. И творог с бананом и арахисовой пастой. Потом я это все заем для суставов и связок, рыбий жир и витамины и минералы. И дальше нас ждет поездочка в Макдональдс. Хочу показать вам, сколько же ест спортсмен с весом почти 120 кг в день читмила. Значит, день читмила очень важный. Если вы постоянно сидите на режиме, то точнее не читмил, а читдей. Читдей. Когда вы постоянно сидите на режиме, не разрешаете себе там постоянно кушать, поджирать какие-то сладости, чтобы у вас ваш организм не, так сказать, не заливался сильно водой и не набирал жир. Поэтому для мозга, для, так сказать, разгрузки центральной нервной системы нужно делать обязательно читдей или хотя бы читмил, разгрузиться. Поэтому сегодня этот день, и вы увидите все, что происходит в этот день. Хорошего просмотра. Овсяночка с медом. Очень вкусная. Залетает от фирмы Nordic. Быстрого приготовления. Просто во рту тает. Поэтому это все залетит налегке. Налегке. Я уже, конечно, в предвкушении покушать маки. Просто вчера вечером такие ломки были. Хотелось чего-то сладенького закинуть, захавать. Казалось бы, да что, закинь конфетку, скушай, но это уже считается нарушение режима. А нарушение режима — это один раз закинул, два раза закинул, три раза конфетку закинул, и уже все, режима нет. Потому что я такой, я еле в режиме, или в полном безрежиме. Так, овсяночка залетела просто вообще на ура. Вкусненько. Особенно после пробежечки. Изначально утром проснулись, побегали пару километров. Сразу же кушать. Последнее время у меня арахисовая паста — это, я не знаю, это топчик. Топчик. Я просто-напросто съедаю в неделю, я думаю, где-то 1,5 килограмма арахисовой пасты. Я делаю коктейли с ней. Кушаю рисовые хлебцы тоже с этой пастой. Паста вот такая обычная. Арахисовая паста с медом. Здесь 93% чистого арахиса. Короче, килограммовая. Вот. Здесь бананчик, творожок. Вообще отлично. Отличненько. Смакота. Ник, что там бабка делает? Она здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 таблеток. Это вообще ничто. Опа. Зашли. Как стопка водки. Хорош, хорош, хорош. Еще пару пачечек будет. Если бы они помогли. Ну так, будем собираться и ехать в Мак. На чили? На чили. Докушал эту пачечку. И... ну все, и выезжаем, реально чуть не делать. Все на чили. Ник,
все в царстве своем. Вы мои подписчики, я вас люблю. Короче, колу я уже открыл. Катерина, твоя кола. Такой голодный, просто ужас голодный. Набрали всякой херни. Чикен мак. Наггетс. Пиктейсти. Моя любимая дипа. Сейчас будем все кушать. Короче, этот прием, конечно, когда ты не кушаешь всякие говняшки, то этот прием ты очень сильно ждешь. Очень сильно. Сырный соус. Сейчас начнем с сырного соуса. Из Big Tasty. Из Big Tasty. Вопросы. Вопросы. Вы задавали вопрос мне в комментариях в прошлом. Короче, сколько же я ем за день? Ну, честно скажу вам, в день я на данный момент ем где-то 4,5-5 тысяч килокалорий. Это очень много. В день читмила, если я пью коктейли свои, а я пью в день читмила не два, а один коктейль, то я, короче, ем около 6 тысяч калорий. И только в этом приеме будет просто немерено. Короче, калории. Пища и то, что вы едите, очень сильно влияет на вашу тренированность. Я вам скажу так, что просто-напросто я не генетик, я не генетически одаренный армрестлингом спортсмен, так как я выступаю уже 17 лет, 16, около 17. И за все время, сколько я выступаю, да, я просто-напросто убедился, что мне нельзя выигрывать на пиве и на кальянах. Ну, то есть, типа, так как многие делают, они просто-напросто тренируются так себе, кушают так себе, выпивают, не досыпают и так дальше. В моем случае так нельзя делать, потому что это приведет к тому, что, короче, или я делаю так, как надо, или я не выиграю. Остальные могут, я не могу. Поэтому нам, не генетически одаренным, просто-напросто нужно делать то, что не делают они. Тренироваться тогда, когда они тренируются они. И мы спокойно сможем выиграть. Вот и все. Мне понадобилось 7 лет, чтобы выполнить мастера спорта. И еще столько же, чтобы стать в армрестлинге реально кем-то. Кем-то это в плане того, что, ну, тогда я буду подходить к столу какого-то спортсмена серьезного. Он уже будет думать о том, что, блин, нужно настраиваться, нужно стартовать, нужно хороший захват делать, потому что со мной не получится абы как бороться. Вот, блин, как я люблю эти говняшки, вы даже не представляете. Но прошлый наш читмил с Катей, она тоже очень любит читмила. И прошлый раз наш читмил, мы покушали вот это все, тоже Макдональдс. И скажу вам честно, это очень сильно ощущается на следующий день. Когда ты кушаешь жирную и не особо полезную еду, то твой организм на следующий день вялый, силовые, чуть слабее. Все это для организма как бы стресс. Но если вы постоянно кушаете всякие говняшки, организм привыкает к этому, и для него это стает нормой, и вы можете себя отлично чувствовать на этом всем. Это так же самое со всем, с алкоголем, с курением. Кури постоянно, и тебе нормально. Покури один раз, будешь кашлять, и будет тебе хреново. Все, короче, ребятки, я кушаю. Да, мы пока не отключаемся, покажем вам, как естся это все. Космос. Просто космос. Слушай.
То есть он достает всегда вкусно. Короче, да. Я подсчитаю потом калории, сколько я захавал. У меня чизбургер, чикен макнаггетс 6 штук. Ну, я думаю, Катюшка одну скушает. Соус, картошка и биг тейсти. Плюс макшейк, мороженое и кока-кола. Вот я подсчитаю, сколько здесь калорий. И нектарин, да. Я подсчитаю, сколько здесь калорий и вам скажу. Сколько же я за раз поглотил. Новинка. С перцем. Попробуй. Наггетс. Кисло-солодкий. Остенький. Вкусно. Слегонца. Да, остенький. Нормально. Круто. Косят под этот. KFC. Под KFC, да. Реально прикольно. Ну все, оставь мне один. Кола закончилась. На мою. Давай. На мою. Наггетсы, когда острые, повкуснее. Давай я попробую. Ну, по крайней мере, мне. Мне. По крайней мере, меня. Конечно, чизбургер не попадает. Ну, по моему вкусу. С биг тейсти. Поэтому я отдаю преимущество биг тейсти. Но червячка заморить можно. Ух и говняшка. Ребята, питайтесь правильно. Занимайтесь правильно, систематически. И будьте лучшими. Делайте правильный движ, спортивный движ, и не эта вся херня, побухать, погулять, побыть на чиле, типа на пивке. Марк, это тоже херня. Знаете это? Это секрет. Одна говняшка из лучших. Люблю я Катюшку свою. Не доела, я доел. Половинка. Вкуснее, чем чизбургер. Сейчас непонятно. Что вкуснее? Колу допиваю ее. Чизбургер биг тейсти доедаю. Это понимание, семья. Я вешу на 60 килограмм больше, чем она.
Так что я съедаю за двоих. Или троих. Вкусненький, очень вкусненький гирсельтик. Честно сказать. Ну, я не совсем наелся. Это честно. Сейчас мороженка зайдет. И если я сейчас почувствую еще чуть-чуть голод, то я возьму себе Макфлури и рожок. Расскажу вам секрет. Всегда открываете, и оно сверху остывает. И самый сок сверху. Вкуснятина. Ты оставишь мне? Оставлю, на, попробуй. Итак, все. 2637 килокалорий за один прием пищи. Это то же самое. Это суточная норма среднестатистического человека за день. Это мужчины. Килограмм 80, который весит, это на сутки. А мы захавали за один раз. Мой организм уже привык так много кушать, поэтому это все пойдет в пользу. Так как сегодня утром была пробежечка, легкая тренировочка, разминочка, растяжечка. Вот. Это сила. Я все это делаю, потому что я сейчас поднабираю. Набираю вес. Для того, чтобы потом набрать под этот вес силу и выиграть у Ливана. Конечно, я шутки шучу, но ставим всегда цели самые высокие и идем к ним. Это еще не все. Я думаю, я сейчас еще рожочек закушаю, чтобы уже 3000 добить. И потом следующий прием. Ты довольный? Да. Очень самый вкусный. Угу. Самый лучший. Угу. Да, да, да. Ты что, реклама Кока-Колы? Считаем Кока-Колочку. Нормально. Это калории. Так, сейчас в топочку залетит шоколадочка. Сейчас скажу. Расскажу. 541 килокалория. 560. Это на 100 грамм, а здесь 115. 570. Еще залетит сейчас. Улетело, как и не было. Смотрю, форсаж 9.